Технологическая переправа группы «Илим» – важный транспортный узел, через который на комбинат поступают тысячи кубометров древесины. А для горожан и жителей правобережья еще и возможность за считанные минуты пересечь реку. Именно поэтому открытие движения через понтонный мост всегда ждут с нетерпением. В этом году ждать пришлось на 2 недели меньше обычного. Переправа начала работу 2 июля. Все зависит от уровня воды. По регламенту положено устанавливать, на каком-то горизонте воды реки вычерпать. Вот и ждем. Говорят, быстрее вода упала, уровни вышли на тех, которые нам нужны для установки понтонной переправы, а то и установили. Между тем готовится новая двухполосная понтонная переправа, которая позволит передвигаться транспорту одновременно в обоих направлениях. Вопреки ожиданиям, понтонный мост не будет работать круглогодично. На весенние и осенние периоды его будут демонтировать. Пробные испытания новой переправы запланированы на середину сентября.